хотела показать одну любопытную вещь. Даже при том, что кафешки все закрыты, люди продолжают все равно стоять в очереди и ждать свой кофе на улице. Не для того, чтобы посидеть и выпить, а просто чтобы, короче, дома не пить, чтобы этот стаканчик получить на вынос. Идти и кайфовать где-нибудь потом на лавочке. Вот до такой степени они не любят дома сидеть, испанцы. Вот, иду опять. Кафешки все закрыты. Люди продолжают стоять, тусоваться. То есть принцип такой, чтобы не собираться. А они все равно собираются. Стоят со стаканчиками кофе и все равно тусуются, болтают рядом с кофейней. Кафешкой. Такие дома иногда красивые попадаются, прям куколки. Наверху тоже у них атика вот это называется, когда можно посидеть, барбекю пожарить, крыша крытая. Углы, естественно, это везде такие углы. Это Европа, здесь все с собачками. Каждый угол здесь присали. Люблю всегда ходить новыми дорогами, новыми улицами, где я еще не была. А вы? Пишите комментарии, вы любите там, где вы уже были и точно знаете? Уже проверено. Или тоже что-то любите выбрать, что-то новенькое. Что-то строят. Ой, крутой какой подъем. Здесь ведь тоже наверняка дома съезжают, фундаменты двигаются. И я думаю, 100% у них такая же проблема, как у нас с трещинами. Просто все постоянно ремонтируют, красят, постоянно деньги платят. Поэтому здесь кто из наших русских, например, с руками, думает ехать, не ехать, то, скорее всего, да, ваши услуги будут пользоваться спросом. Фу, я задохнулась. Кто-то вон окна моет, намывает. Кстати, я заметила, окна здесь принято мыть чуть ли не раз в месяц. Те, кто вот на уборке работает, моет их чуть ли не каждый раз, когда идет обслуживать какую-то квартиру или дом. То есть это... Это машина уже который раз мимо меня проезжает. Этот мини-купер. Сегодня я в серо-красном. Утренняя прогулка. Мне понравилось, кстати. По утрам пойти погулять. Пока никого нет, все спешат на работу. Маму проводила и почапала. Конец января, ой, не января, февраля. Уже у нас немножко так погода устаканивается. Днем уже жара. А утром в самый раз для жилетки, потому что я бы запарилась, наверное, в этой, в куртке. Тут у меня на байке моя толстовка. Не отходя от кассы, сейчас давайте с вами распакуем айхёрб. Ой, хороший нам заказ будет, я чувствую прям. Дошла как-то очень быстро мне эта посылка. Я сама удивилась. Они обещали, что пришлют мне ее 5 марта. А прислали уже какого? Сегодня 18 или 19 февраля. Так. Тут у меня вот что. Сейчас будем с вами доставать и смотреть. Ну, блин, так мало. Ужас, как мало. В общем, заказала я вот такую ягоду. Это вишня. Вообще черешня. Мне кажется, черешня.
изображена черешня. Монмаранси. Без шоколада, без всего, просто сухая. Сейчас попробуем с вами. Сейчас сразу не отходя от кассы, давайте. Как вот вишенка из бабушкиного варенья, когда она целиком там остается. Обалденно. Такая сушеная, кисленькая. Я прям люблю кисленькую к чаю. У меня мурашки побежали. Супер. Ой, выбился мой крем. H-Field Face Oil Free Sunscreen. Короче, от Нитроджена. Распаковался. Взяла себе крем. Ого! На 110. Я уже забыла. Я думала, я на 50 взяла, потому что я смотрела на 50, на 70. А, по-моему, вот на этот, на 110, SPF 110, была какая-то акция перед тем, как брать. Я ее увидела и сразу схватила себе. Положила в корзинку. Здесь система Гелиоплекс. Буду пробовать. Я хочу сказать, я очень капризная. Очень капризная. Все, что касается лица. Все, что касается особенно SPF, потому что мне все жирное всегда. Я дышать не могу. Если вот я не люблю, когда люди называют доктора, там эти, как они, дерматологи, о том, что кожа не может дышать, кожа не может дышать. Я говорю о том, что да, может, потому что когда на тебе здесь вот как полиэтиленом все затянуто, ты идешь, тебе вот здесь вот перекрывает. Это на самом деле это чувство. Если вы не настолько чувствительны, ну я вас поздравляю, вам, наверное, легче живется. Но если я, допустим, пользуюсь какими-то SPF-кремами, вот я заказывала SPF от Alba Botanica, им вообще невозможно пользоваться. Он вот такой вот маленький, фиолетовый, ужасный, отвратительный крем. Я хуже не пробовала. Здесь еще влажность, жара летом, и я иду. Я просто чувствую, как будто меня просто вот тут вот перекрыли. И это чувствуется везде. Оно течет, оно жирное становится, оно все какое-то, в общем, ужасно. Я ищу себе, продолжаю искать хорошие SPF-крема, и я слышала, что о нем хорошие отзывы. Но проверить я это, естественно, могу только на улице, пройдясь с ним хотя бы сейчас. Сейчас вот февраль, март. Отдушка такая приятная, но сильная. Так что будет чувствоваться. Наверное, ну, я надеюсь, она выветрится, конечно. Вот, вот такой вот кремик. Я его попробую. Спустя несколько дней я все-таки сниму еще, возможно, к нему. Вообще надо снимать почаще отзывы именно. Я буду вам рассказывать. Вот это бандура. Пол-литра здесь. Обалдеть, какой он огромный. Он тяжелый. Заказала я вот этот вот какой-то называется шампунь терапевтический для людей, у кого перхоть, псориаз, сиборейный дерматит. Вот у меня сиборейный дерматит, у меня постоянно кожа жирная, постоянно какие-то стали появляться периодически отшелушивания, хлопья, волосы выпадают, возможно, еще, конечно, точно из-за аутоиммунки, это основная причина. Но я надеюсь... Он так приятно пахнет травами. Ой, я балдею. Я вообще очень люблю, кстати, натуральные запахи трав, дегтя. Есть люди, я знаю, которые вообще не терпят. А я прям, у меня аж слюни текут. Настолько мне нравится. Вот, в общем, о нем я слышала разные отзывы, но больше хороших. Я надеюсь, он мне подойдет. И не очень сильно пересушит саму вот... Мне и так волос немного, чтобы их еще и загадить, конечно. Вот, основная покупка моя – это Sunflower Lecithin. Подсолнечный лецитин. Он у меня кончился, я его просто дозаказала, потому что я его пью часто.
постоянно. Для нервной системы, для желчного пузыря, вообще для всего. Для аутоиммунщиков. Я не знаю, для чего он вообще не подойдет. Он только не подойдет тем, у кого камни могут быть в желчном, потому что он гонит желчь, и он может их расшевелить. А так вообще суперсредство, он разжижает желчь, он помогает ее выведению. Для людей, у кого постоянно вот тяжело, для людей, у кого вот у меня загиб желчного пузыря, я всегда из-за этого когда-то была брала, сейчас вот беру из-за нервной системы, ну, в общем, он на все хорошо влияет. Лучше брать подсолнечный, потому что соевый я уже рассказывала, сою лучше избегать. Так, это потом. Главная покупка. Взяла я попробовать вот эту вот косметичку с пробниками. Здесь, как обещают, все-все-все, много всего разного. Сейчас будем с вами разбирать. Что-то я уже пробовала, я знаю. Косметичка тоже может мне сгодиться. Так, значит, здесь две резиночки прозрачные, такие как Invisibubble. Те, которые знают, их полно сейчас везде, мне кажется, уже продают. Я здесь их беру в этом, в Праймарке. Вот. Два пробника от Pixi. Так, что это такое? Лосьон с витамином С, увлажняющий и придающий сияние. И у меня есть не маска, а клинзер. Значит, тоже придающий сияние. Видимо, здесь в составе должен быть гликолевая кислота или что-то вроде того. В общем, не знаю, для всех типов кожи. Неплохо умыться и намазаться. Вот это вот средство я всем рекомендую, кто живет в Америке или, например, или может быть они есть на самом iHerb. Супер средство. Это вот эти вот от Neutrogena салфетки для удаления макияжа. Бомбезное средство. Я им пользовалась, когда жила в Америке. Ну, естественно, там пачка побольше. Это такая пробный образец. Сколько здесь всего? 7? Всего 7? Кошмар! 7 салфеток! Ну, в общем, они классные. Они очень легко удаляют макияж, когда вот вы ложитесь спать, и вам уже там, например, холодно дома, и не хочется вставать, и не хочется лишний раз мочиться в холодной воде, там вот ходить, это умываться, вот это все развозякивать. В общем, они легко смывают макияж, очень удобно, и даже водостойкую тушь, такую, которая тяжело отмывается, они все ее сняли. Так, следующее, это вот это вот. Вот эту маску я уже попробовала. А, ой, нет, это charcoal. Это с углем. Нет, я попробовала от такой же фирмы, или нет? Нет, не от этой фирмы, она другая была. От фирмы Сеул. Вот, ну, короче, еще одна у меня будет такая маска. У меня наборчик стоит с масками, будет еще одна туда. А вот эта маска Nexus. Для, по-моему, увлажнения, питания сухих волос. Но говорят, что она может перегружать. И тут ее такое большое количество, что для моей длины, что для меня, что для мамы. Ее хватит точно на несколько применений. Вот. Ее, наверное, долго нельзя передерживать, потому что она может, в общем, волосы останутся как грязные после нее. Так, хайлайтер Radiant Glow от фирмы Ibi. Ibi? Ibi? Не знаешь иногда иной раз, как что читается по-английски. Так, я уже смотрела девочек. По-моему, они показывали, что она немножко с таким желтым отливом. Желтый я не люблю. Нет, цвет шампанского красивый. Ух, ух, ух! О, прям розовое золото! Мне кажется, это лучше на загорелой будет кожа, потому что видите, какой след? Ну, в общем, на лето. Это оттенок на лето. Не знаю. Он что-то такой рыже-розоватый. Когда он блестит, то ладно, но когда он так вот в тени, он будет прям затемнять скулы. Он должен их, наоборот, высветлять. И последнее основное, что я брала, это моя мечта. От Smashbox две помады. Это вообще, это просто бомба. Я тут изучила все-все-все. Smashbox, мамочки.
Для меня эта фирма дорогая. Всегда. Ух ты, какой красивый цвет. Сейчас попробую с вами, кстати, накрашусь. Потому что мои губы уже, слава богу, зажили. Уже могу себе это позволить. И вторая. Я внизу, кстати, оставлю все цвета, все названия, чтобы сейчас не смотреть. Так, я надеюсь, она не будет очень оранжевая. Сейчас с вами протестируем. Сначала протестирую ту, которая посветлей. Кстати, очень удобная штука. Как вот ромбиком или сердечком таким. Очень удобно наносить без карандаша. Прям сразу прицельно. Другой вопрос, нравится ли мне на себе этот цвет. Под загар будет хорошо. Очень быстро высыхает. И, допустим, она отличается от той, которая от Julep, которую я показывала. Та такая, она остается кремообразной. Это же, получается, она... Ну, неплохой цвет, но я не люблю в красноту. Блин, она высохла. Реально высохла. Обалдеть, вообще почти ничего нет. Чуть-чуть. В общем, я, конечно, не ожидала. Я думала, сейчас я быстренько ее сотру. Да. Сейчас пойду стирать. В общем, оттирается она с трудом. Сразу скажу. Поэтому наносить ее нужно сразу. В общем, лучше с карандашом. Поправить ее будет потом сложно. Так, взяла карандаш, какой есть. 8 часов. Короче, да. 8-часовая. Always on lips, liquid lipstick. Всегда на вас. Ну-с, с Богом. Тестируем второй цвет. Это более холодный. Ой, мне нравится. Она такая элегантная. Очень красивый цвет. Немножко темнее на камере смотрится, чем в жизни. А как вам будет продемонстрировать, допустим, если я вижу, что она отличается? У меня тут краснота какая-то. В общем, она уже высохла. Уже. Она прям такая стойкая. Вот она чуть-чуть отпечаталась. Да, красивая помада. Но она такая, ее надо уметь наносить. То есть это не для новичков однозначно. У меня цвета здесь Baby Alert, Baby Alert. Первая и вторая Big Spender. Вот это на мне Big Spender. Пишите, если нравится какая-то из них. Кстати, если хотели бы какие-то конкурсы, возможно, даже с розыгрышем посылки от iHerb, пишите внизу, лайкайте, поднимайте, потому что я тогда подумаю на эту тему. Возможно, что-то стоит разыграть. Возможно, какие-то мои любимчики, вкусняшки с iHerb. И вам будет приятно. И мне дополнительная активность на канале, конечно же, будет тоже приятно. Я люблю делать подарки людям, ну и получать. Вот, поэтому будет такой вот обмен у нас. Пишите внизу, что думаете, что любите заказывать. Мне понравился ли, кстати, вам мой заказ. Потому что первый раз я заказывала маски, второй раз я вот заказала вот этот набор, который уже практически, я знаю, мне кажется, все попробовали. Вот, но не знаю, выгодно это, невыгодно, как вы считаете? Вот эти вот пикси, я знаю, они все дорогие.
это хотя бы возможность попробовать эту косметику перед тем, как брать что-то более дорогое, уже полноразмерное. Вот. Это моя постоянная покупка. С этим мы перетрем, поговорим, и я вам расскажу, что мы решили. Однозначно советую, очень мне понравились вот эти вишенки, прям класс. И насчет SPF я обязательно потом отдельно видео сниму, расскажу в отзывах, как он мне. Потому что если он мне не понравится, я разнесу его в хлам. Я такие деньги, блин, отдала за то, чтобы он мне еще и не понравился. Это вообще жопа. Я очень экономичный человек. И я люблю покупать то, что мне многозадачно, то, что мне нравится, то, что я могу использовать. Если я это, блин, заплатила фигу тучу денег и положила, и только на это смотреть, я очень об этом сразу всегда рассказываю. Я не люблю тратиться впустую и на какое-то фуфло. Вот, поэтому, да. Но она не такая темная, девчонки. Если у меня получится сделать фотографию, какая она есть на самом деле, я ее сюда прикреплю, покажу. Вот, увидите сами, хорошо? Все, всех целую, пока-пока. Было приятно с вами пообщаться в этом видео, как всегда. И пока.